Всем привет, меня зовут Рамиль Досоки, мне 16 лет, я из Египта. Сегодня я вам прочитаю стихотворение собственного сочинения «Тоска по России». Я живу у берега моря, где пески и пальмы кругом, и душа в абсолютном покое, и гармония вроде во всем. Но бывает нечасто, но все же вспоминаю я речку и дом. Соловей поутру, друг мой ежик, завернулся под лавкой комком. И леса, и луга, и небо, и простор, и свежесть во всем. Где б ни жил я, где б я не был, Русь, Россия — это мой дом.